Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Продолжаем разговор о нашей веб-камере, которую я сегодня получил. Подсоединил камеру к TV-боксу, загрузил несколько программ. И теперь будем проверять, будет ли наша камера работать или не будет. TV-бокс – хорошая вещь. Буду отказываться от телевидения Билайн. Закачал много программ. Ненужные программы удалил. Так что телевидение можно смотреть совершенно бесплатно. А я плачу 470, наверное, за 130 каналов. Нет смысла. TV-бокс себя оправдает за несколько месяцев. За 4 месяца. За 3-4 месяца он себя оправдает. Так, вот камера. Давайте по порядку. Вот. Проверим вот эту камеру. Так, вот, все работает. Все работает. Вот эта камера работает у нас. Так, освещение у меня здесь слабовато, конечно. Ладно, это надо думать. Вот, брал TV-бокс с клавиатурой. Оставлю вам ссылочку на TV-бокс обязательно. Клавиатура очень удобная. Так, что у нас там написано? В настройках можно изменить разрешение и качество. Или задать расширенные параметры. Ладно, с этой программкой у нас работает. Так, сейчас проверим запись. Так, ну все. 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. Звук, правда, не очень хороший. Ну, для такой камеры нормально. За такую цену, я думаю. Можно загрузить другие лаунчеры на TV-Box, какие угодно. Вот это за камера. Тоже так, не глядя, загрузил в Play Market. Сюда можно загружать любые программы для Android. Попробуем заснять видео. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Есть небольшая задержка. Небольшая задержка есть. Ну ладно, это не страшно. Снимать можно. Так. Идем домой. Зайдем в галерею. Записывается все на CD-карту. SD-карту, микро-SD. Так что, дорогие друзья, подписчики, камера полностью рабочая. Кому надо, заказывайте. Вот такая вот камера. Как угодно она поворачивается. Под любым наклоном, под любым углом. Так что, кому надо, заказывайте. Ссылочку оставлю под видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Оставлю вам ссылочку на IPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств, затраченных в своей покупке. Очень выгодно. Я всегда пользуюсь этим кэшбэком. Да и я пользуюсь не кэшбэком, а партнеркой IPN. Оставлю вам тоже ссылочку на партнерку IPN. Будете зарабатывать, размещая свои партнерские ссылки в интернете, в соцсетях, в блогах своих. Да где угодно. Делаю видеообзор в YouTube и тому подобное. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам.